предыдущих мероприятиях Синдром Бибоян путешествовал по всей планете и жаловался на то, что в отборах никто не врубается, как нужно танцевать. Мне очень приятно, что в Казахстане и в России понимают, как нужно подплывать по 16 тактов. Дайте шума, это был крутой танцевал. Для меня здесь оба победили, потому что показали себя хорошо, но судьи показывают в сторону того, кто, по их мнению, был немножечко сильнее. Судьи, ваше решение. 3, 2, 11. Та-дам! И Бой Косово.